Значит, в собрание поступил ответ из Министерства здравоохранения Саратовской области по результатам нашего совещания совместно с заместителем министра здравоохранения Саратовской области по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения. Татьяна Георгиевна, вот, пожалуйста, прокомментируйте нам ответ вашего министерства. Мы, к сожалению, не видим всю программу сейчас, та, которая утверждена, но надеюсь, что она именно такая, как здесь отвечают Минздрав депутатам. Вот из трех маммографов, два маммографа сейчас уже в стадии закупки и поставки, это в первую и во вторую поликлинику, тех, которых поликлиник вообще не было в программе модернизации. Мы видим, что сейчас проводится закупка 7 аппаратов УЗИ, то есть мы видим себя в этих списках закупочных, из них 3 аппарата в поликлинику, в поликлинике нашей, в первую и во вторую, то есть все-таки, видимо, включили. Также говорится о том, что компьютерный томограф будет закуплен в Балаковскую районную поликлинику, но пока что движения в этом направлении мы не видим. Что касается оборудования в Балаковскую городскую клиническую больницу, это пункт обращения 3, где говорилось о том, что мы хотели бы, чтобы Балаковская городская клиническая больница была стационаром третьего уровня с возможностью оказания высокотехнологичной помощи. Здесь движение есть в плане выполнения федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». По данной программе сейчас происходит закупка компьютерного томографа в хирургический корпус городской больницы. А аппарата ангиографа, который как бы необходим для преобразования нашего первичного сосудистого отделения в сосудистый центр, пока что в закупках нет. И как объясняет Минздрав Саратовской области, в рамках заключенных соглашений мы это увидим не раньше, чем через 2 года. Что касается перевода, опять же, нашего учреждения из городской больницы, из стационара второго уровня на третий уровень, это зависит еще и, как я уже в прошлый раз объясняла, от выделения нам объемов высокотехнологичной помощи в территориальной программе госгарантий. На сегодняшний день формируется программа на следующий год. Заявку от городской больницы мы подали. Какое будет принято решение, это будет ясно только в сентябре, когда предварительная будет верстка территориальной программы на следующий год. Что касается преобразования других лечебных учреждений, на сегодняшний день организационные решения какие-то пока не приняты, однако идет обсуждение и запрошена пояснительная записка по поводу объединений поликлиники детской 1, 2 и БРП для того, чтобы создать диагностический центр на базе Балаковской районной поликлиники. Но организационных решений пока не принято. В письме, которое, так сказать, прислано нашим министерством, говорится о том, что это планируется, данные структурные изменения. Внутри района предполагается объединение медицинских организаций городской поликлиники 1 и 2 с последующим присоединением к Балаковской районной поликлинике и объединение Балаковской районной поликлиники для оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению. Я хочу сказать, что мы будем постоянно держать этот вопрос на контроле. Нам не безразлично, насколько квалифицированная помощь медицинская оказывается населению Балаковского муниципального района. И мы, безусловно, вернемся к обсуждению этого вопроса, думаю, на рабочей группе, как только у нас нормализуются отношения, ситуации, связанные с коронавирусом. Вопрос весь в чем? То есть на бумагу реагируют, мы молчим и думаем, что они сделают, а они могут, так сказать, и не делать. То есть если есть возможность, то все-таки составить еще одно обращение опять. То есть в котором зафиксировать конкретно именно перечень оборудования, которые действительно они нам, так сказать, передают, ну или
так сказать, количество. Вы говорите, мы ее не видели. Скажите, пожалуйста, это программа модернизации области, да? На какого периода эта программа рассчитана? Она рассчитана на 6 лет. На 6 лет. Да. Вот вы перечислили из письма то оборудование, которое, так говорят, планируется нам что-то поставить. Почему тогда вот эта плановая поставка оборудования не зафиксирована в этой программе модернизации? То есть на 6 лет. Оно должно быть расписано, в каком году, что. Потому что на основе этой программы по модернизации строится система закупок, да, программа закупок. И если ее в этом году нет, никакой закупки мы точно не увидим. То есть вот почему вы не видите вот этой программы? Мы видели, благодаря помощи областного депутата, эту программу, сверстанную в первом варианте. И после изменений, после утверждения ее в Минздраве Российской Федерации, мы видим пока только то письмо, которое пришло на собрание. Саму программу в полном распечатанном виде, вот как вы говорите, с расписыванием плана, когда же, кому, какое оборудование, мы эту программу пока не видим. До нас она не доведена.